Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Смотри, Учись, с вами Миша и Егор, сегодня у нас Рики. Давно хотели Рики записать, сейчас новая мета такая относительно на Рики. Это Филактерия, во-первых, точнее Ханда, но мы нашли даже чуть получше, тут Рики не просто будет с Хандой, тут Рики, который будет играть без диффузов, то есть это абсолютно новый взгляд на Рикича. Вот, Яторо тут еще играет на Рикича, то есть вот этот новый билдачок. Во-первых, берется фастовый Аганим, потом докупается к Ханда к этому. Там манта какая-нибудь по дефолту, потому что манта все-таки агилу дает для Рики. У Рики как раз дэмэдж в зависимости от ловкости. Вот, здесь еще и противоположной команде есть мипанчик, что тоже шарма добавляет в эту игру. Катка прям офигенная, новый билдачок. Так еще и Яторо играет. Яторо сейчас, кстати, у него винрейт какой-то огроменный. Он уже топ-4 ранг, апается очень быстро. При этом довольно-таки много экспериментирует. У него там необычный пул героев, не прям дефолтный. Он там на тролле очень много играет. Он больше всего на тролле у него игр сыграно. Вот, и тут еще как раз Рики подключился. Он пока что только две игры на нем успел сыграть. И вот эта катка прям бомбезная. Очень интересно аж самому посмотреть на Рики без диффузов. Это прям что-то новенькое. Вот, ну и, собственно, учимся играть на 735D Рики на примере Яторо. Всем заранее приятного просмотра. Всем привет, у Рики тычка 70 на первом уровне с закупом на Fast Race Band с двумя ветками. Очень жутко это выглядит, очень много брони, переген у него тоже повышенный, как видите, пятерка для лапача, это вообще неадекватное число. Достаточно сильный лейнер за счет этих статок. И также ему апали второй скилл, раньше было 25, с дэмэджа на первом уровне прокачки. Сейчас целых 40, гарантированно добиваешь рейнджа пика. Очень противно против Рики стоять, он даже как мизер работает. Конечно, против Лины, против СФ, против Некрофиса не прокатит поиграть, но против Спиритов. Лэнит отлично. Линия у противников тоже слабая, тройка Магнус вообще не герой на лэнинг. Оракл достаточно противный лэйн-саппорт. Брестовочка тоже хорошая. Мне кажется, линию должны выиграть. Не, ну, Рики в целом неплохой лайнер. Опять же, эскейп есть, армор есть. Вот с хп-пом разве что могут быть проблемы. Ну, опять же, посмотрим, как оно вообще. Давно все-таки Рики не видели. Герой очень сильно подвыпал. Вообще давно даже не записывали Рики. Не помню, когда последний раз. На мажоре я не вспомню, чтобы хотя бы раз кто-то Рики пикал. Вот, и спустя вот большое время, вот только сейчас про него вспомнили. И прям резко так вспомнили. Чисто вот этот вот билдачок с Хандой. Уже много кто успел затестить. Все-таки бонусы очень приятные. Там замедление, криты, второй скилл. Должно работать по красоте. Без диффуза играет, скорее всего, потому что слишком много вот айтемов получается на выходе. То есть это вы прикиньте. О, кстати, тут комба Магнуса, но благо тут есть эскейп, есть еще Феррик. Мне кажется, не выживет. Там еще граната залетела неприятная. Ну за жизнь цепляется. ХП реген 5, но не прокатило. Ну да. Ну, ладно, хотя бы Оракл это вот сделал. Вернется на нормальную линию рабочую. А медовые Рики, кстати, играют через фаст филактерию до ботинка некоторые. Очень большой пул ХП, очень большой пул маны. Хорошая брестовочка. Два прыжка под филактерией, и многие герои не переживают этого. Ну там хорошо сыграли, вот опять же. Магнус Рубик. Из-за того, что можно вот так вот лифтить под скивер Магнуса. Порой очень неприятно вот так вот под вышку улететь, когда ты далеко стоишь. Ну, в принципе, ничего страшного. Опять же, крипы добиваются. Причем в большом количестве. По сути, фрилиния для Рики еще просто один раз немного подставился. Кстати, нормально, сейчас убьет Рубенчика. Еще и экспа достанется. Вообще по кайфу. Ой, так еще и Магнус выдает. Неожиданный телепорт. Выкрутился на Магнусе. Не, смысл сразу ульты нажал на копию, это убили бы. Там же 340 дэмэджа, по-моему. 350 даже.
Магнус летел на 400 хп, а у Рики еще второй был. Хотел, видимо, без ульты попробовать на квапе экономно убить этого Магнуса. Ну, вообще убили бы. Но он хорошо на Магнусе выкрутился, вспомнил про телепорт. Новый клинок, кстати, вот этот залутал. Только сейчас заметил я Тора. Возможно, забавно, что если он Рики решил затестить только из-за того, что вот этот новый клинок, который в этих катакомбах вышел или где там. Если только из-за него пикнул Рик, это немного неловко, конечно. Ну да ладно. А не подскажешь, какой рейд Рики Мару на предрекера? Я давно не смотрел. Последний раз был 54, но сейчас точно не 54. Сейчас гораздо меньше должно быть. У меня что-то про трекер не работает. Хотел посмотреть сам. Какие там билдыки есть, но что-то не работает. Так, ну все, ПТ-шечка имеется. Это Wars 3000, первое место. Все отлично. Очень, очень важен Рике, чтобы у вас был драфт плюс-минус боевой. Тут как раз есть всякие подходящие герои под это. Медовая квапа, которая не прочь в файтах поучаствовать, сапики плюс-минус активны. То есть есть белка, активный персонаж. Орк чуть менее активный, но он под ультимейт может сзади где-то стоять, вас сейвить. Вот, а Рикичу как раз очень важно файты навязывать постоянные, потому что тут дается дополнительный опыт за у вас хит именно за убийство. И опыт за помощь. Вот, но там разница большая. На первом уровне небольшая. Опыт за помощь всегда сотку дается при убийстве. Вот, а опыт за убийство 150, 250 и 350. Вот, там мощные пауэрспайки. Вот, и основной, конечно, фарм Рики это вот в первую очередь на киллах по ощущениям. На нем прям очень важно фрагать. Так, вот и ультимейт появился. Уже там реализовал парочку раз. Оранжевика вроде бы в спину шотает на шестом же уровне. Потому что урон с ультимейта увеличенный по крипам. Вроде двойной, тут я не уверен. Да, удваивается. Кстати, можно попробовать Магнуса убить. Опять же, Рики с шестым. Дамажит очень много. Гранату новую Оракл себе докупил. Но дожимать не стали. А, ну тут смотрю, тренд образовался. Но Оракл как будто не должен. Хотя с Рубиком убит, походу. А я думал, что если Рики поможет. Ну, хотя Рики, если поможет, то он под тавер полетит. Ну, что-то 1 в 3 немного страшно. Сейчас белка, смотри, подъехала. Он понимает, что там РПшка есть. И поэтому очень аккуратно позицию держит. Ой, ну поперетянулся с ДД. Капец, заруб. Есть квапа. А стиков не хватает. Как же не хватает стиков этой жизни? Или лодоса переложенного вместо ветки? Ну, в принципе, трейд, конечно, устраивает. Чё? Они, хотел сказать, 4 героев убили за размен на Рики Ораку. Но телепорт успел сделать на тренде. Нормально, что все так же на твор 4300, сейчас еще и квапа нормально так подлутала, собрала урожай. Так что замечательно. Ну, стики, да, возможно, на стиках, возможно, даже выжил бы, хотя непонятно. Так, ну и вот. Однозначно он на замахе на прыжок умер. Тот самый Ганим первым сотом, опять же, Ганимы против Мипанчика еще хорошо смотрится. Мне кажется, самое важное в Аганиме, что с Аганимом Рики фармить способен. Это да. Сколько там хп у Кингза? 1400 с Falcon Blade, с стиками, с двумя лотосами, 30 скилл в тройку. Бессмертный герой. И тут Рики 800 хп бегает. Рики давно не смотрели, стоит напомнить вообще, что Аганим дает герою. Увеличивает дальность применения третьего скилла, число атак увеличивается. Дэмэдж тоже. Также можно в союзного героя спрятаться и добавлять одного героя еще дополнительно. С третьего скилла ты бьешь. То есть, опять же, против Мипаря очень крутая тема, чтобы ты мог в третьем скилле несколько целей бить.
Урон, кстати, не увеличивает, я оговорился. Торрент не увеличивает? Урон. Извините. Что-то у меня со слухом сегодня. Блин, кстати, анимация вообще красивая вот этого третьего. Я же первый раз, когда увидел, сначала не понял, что это за скилл, блин. Это шмотками. Нормально, вот как раз то, что нужно. Вот. То, что ты хочешь видеть вообще происходит на мапе, когда играешь на Рике. Просто постоянные зарубы. Уже левел 8 у него. В принципе, он тут уже в 5 киллах поучаствовал. Опа. Прикинь, интересно ли сразу пошли драться. А Рики не против. Зарубил здесь тренд. А, блин, фраг, правда, не достался. Оракл подстилил. Так, ну, можно уходить, видимо. Много там перетянулось соперников. Рики, причем один из двух, по-моему, инвизеров, которые не получают муспит от своего инвиза. Но у него вроде бы талант есть, который дает муспит. На 10-м. И при этом он не может из своего инвиза выйти самостоятельно. То есть БХ нажимает фейзы или стики, выходит из инвиза. Чтобы снять замедление от дестов. Мирана тоже из своего инвиза может выйти. Очень противно, надо бегать 200. Из-за предмета за 50 голды. Так, и, кстати, да, гонима чуть-чуть осталось, одна деталь. Травкой капец как не хватает. И стиков. Уже 13-я минута, не травки все нет. Но стиков, стики, возможно, после аганима докупят. Но тут уже нельзя стики докупать, темп замедлит. Хочется аганим пораньше сделать. Это посмотрим, как аганим в плане фарма работает. Достойно ли? Хуже, чем БФчик, но достойно. Пошел уже сам нейтралку выбивать. Ну и до фарма где-то догоним. О, отлично, нейтралка, наконец-то. Я уже заждался. И пик полем. Статки. Опять же, ловкость самое главное. Дается. Не забываем, что там урон за единицу ловкости у Рики. Так что на Рике очень важно там покупать. Монтастайл тот же самый. Диффуз. Правда, здесь без диффуза будет игра, но все равно там диффуз, помимо очень крутой активки, дает еще и ловкость. Плюс довольно-таки бюджет на этом. Поэтому на Рике во все времена обязательный артефакт. Так, а вот аганимчик. Ну да. Чувствуется, что получше стало. Но это еще третий скилл, даже не макшенный. Только в троечку. Тут доп. Ловкость 100%. На последнем уровне. КД чуть поменьше стало. Так. Иди, кстати. 80 секунд на телепорт. Почему с телепортом полетел, а не в гейт зашел? И почему не на Т1? Вот немного странно выглядел, не? Есть такое, есть. Что-то я вообще не понял этого мова. В Лиге Легенды вроде 8 секунд телепорта длятся. Вот, отлично. Фраг достался. Вот левел 12 очень power spike для Рики большой. Что там 250 уже XP за килл дается. Плюс урон за единицу ловкости тоже больше.
Хотелось бы всегда на Рике как можно раньше левел 12 получать. Нормальный глиф. Вредный, так сказать. Глиф из вредности. Причем у них тавера на базе нет. Им вообще незачем было этот глиф нажимать. Да, кстати, верно подметил. Так, и дальше манта. Опять же, ну, манта, во-первых, ловкость дает. Во-вторых, здесь манта еще и даже помимо того, что дает статы приятные для Рики, тут очень много применения для манты. Сетки мипо, диффузы мипо, там, всякие ультимейты трента. Орчит Клингза. Орчит Клингза, да, которым в теории может быть, но, кстати, нифига там билдак. А, подожди, это керри Рики, да? Ну, нормально тогда. О, керри Клингс. Дизолятор. Клинг, кстати, тоже что-то вот неожиданно про героя вспомнили. Но его хотя бы пикали на мажоре, и причем даже часто пикали. Вот именно китайские команды, я заметил, вот они прям полюбили очень Клингза. Особенно вот в связке со Свардаром, это очень жестко работает. Под Свардаром вот идеально вот такие герои работают. Всякие, не знаю, темпуарки, Клингзы. Чтобы просто миллиард минус армора было. И с физдэмэджа просто за секунду выносили любого героя. Вот я видел часто, там даже, мне кажется, положительный винрейт был на мажоре, вот связка Свардар Клингс. Такого вот плана. Вот в Китае в основном любили так делать. А здесь спалил. Вижен поставили, это, по-моему, в смоках, да, противники были. Спалил смокганг. Ну, кстати, немного странно, что он знал про смоки, но сейчас пошел рисковать, нападать. И каким-то чудом умудрился выпрыгнуть. И да, по итогу забайтил мипуля. Ну да, по итогу он должен был умирать визуально. Ух, еще я гонимчик реализовал, кью достался, 12 левел. Стиков бы. Ульта в 2 имеется. Может фраг? Отлично, фраг еще достался. Сразу же, видите? Только-только 12 зап, а уже 13,5. У Рики Мартина. Еще кого-то получится подрезать? С ресурсами беда. Поэтому тяжеловато идет. Вот, подошел Оракл. Оракл с ультимейтом. Отлично, еще один фраг. И еще один фраг. Добить. Ну и все шикарно, просто с... 14-й. Да, ультимейт 2 просто прокачал, сразу же. Плюс 2 левела. Шикарно. Талант 10-го прокачал. Плюс 8 скорости передвижения. Ну то, о чем ты говорил. От ультимейта. Что там про трекеры? Хочу посмотреть вообще, какие таланты на реке берутся. По статистике чаще. О, отлично, заработал. процента винрейта, спрашивал Рики. Так, а таланты вся правая линия в основном берется. Вся правая ветка. 70% правый талант на 10 уровне, плюс 50 к радиусу первого скилла. 15 талант, 51% игроков берет правый талант, 30% дополнительной ловкости. Tricks of Trade. Но это опять же 50%, потому что была мета сопортящего Рики. Там, где шарт еще покупали. И мне кажется, это такая немного устаревшая статистика все еще на сопортящего Рики. Так, тут 30% агилити. Тем более в агонимном билде. Но это обязательный талант. Так, кстати, тут поставился. И такой было. 20-й талант. 78% правый талант. Тут все понятно. 0,3 урона за ловкость. Берем. Ну и 25-й талант. 71% игроков берут правый. Когда третьего скилла. Тоже в этом билде обязательно выглядит. Через агонимчик. Файт, кстати, сносный, потому что мип умрёт. Мип умрёт? Нихрена себе там фокусы. Ну ладно, мип умрёт. Все равно, да. Ну да, 15 талант, я думал, потому что без агонима играли. Вот поэтому такая статистика, что 50 на 50. Агоним на билде. Выбор без выбора. Так, кстати, интересно, все, Рикич. Успеть?
Успел. Отлично. Успел. 15-й левел как раз и тот талант, о котором я говорил. Плюс 30% доп. Ловкости от третьего. Нетворд 12 тысяч. Ну, на 10-м правый талант нереально жесткий. Опять же, вспоминаем геометрию. Каждая единичка радиуса дает больше, чем предыдущая. Я вам формулу не скажу. Опа. Парни, шо мы на драфте? Видишь меня? Значит, ты уже покойник. Насколько умный мифа? Но благо не прокатило у него. Вместо стиков залутался Лотус. Ну, не отсутствие стиков до сих пор отпустить не может. Мы две игры подряд смотрим без стиков. Ну, уже не первый раз замечаем, что Етора стики. Ну так, не особо уважает. Всегда у него рейсбенд в приоритете над стиками. Так что конкретно от Етора не удивляюсь. Кстати, нажал Лотус. Не стал держать на будущее. Чисто восстановиться по ресам. Не, вообще комфортно как-то фарм с аганимом. Реально неплохая замена БФу. Так, и кстати, смотри, уже тем временем почти 18 уровень. Максимальный левел на карте уж 16 копы. А тут уже Рикич. Сейчас в 18 будет бегать. В 18 будет 350 экспы давать за килл. И... Отлично, килл достался. 18 есть, ульта в 3. Представь, если бы Акс был на карте, как бы мы с ума сходили. Но да. Я бы был на стороне Акса. Ну, кстати, не знаю, не, мне кажется, Рики поважнее. Не, спа. Акс важнее. А там броня. Ну, хз. Опыт ты еще можешь на нас собирать? Броню купить можно. А у опыта лимит есть? Ну, не знаю. Еще и слоты могут закончиться. Куда броню покупать? Две единицы брони — это 12% эффективного здоровья. Мне кажется, если бы Магнус сразу начал выходить из этой лучше, у него были бы шансы на выживание. Кстати, каким-то чудом киллерики не достался. Да, там обидно Оракл. Подстелил первым скиллом. Ну, как раз 20-й талант. У Рикича сильный 20-й талант. Этот килл хотелось бы получить все-таки. Так, и почти ханда уже имеется. Рецепт у ханда недорогой. Тайминги очень крутые. Опа. Как раз тут Клинкс. Куда он делся? Немного не угадал. Рики... Ой, Клинкс витанулся на реплее. Етору это не видно. Жаль, что там сентрика не оказалось. Чуть-чуть пораньше бы отжал ультимейт. Кстати, криты по 1000 по крипам. По героям будет меньше. В
Кстати, он половину хп мне переснял за одно нажатие кнопки W. И на самом краешке от РПшки отмастил от новой причем. У РП раньше радиус был значительно меньше. Так, и, кстати, дальше Скади. По скрипу он баттерфляй купил. Уже баттерфляй на новом рике. Заказ. Опытный здесь чат. Ну, кстати, аверага какая-то странная. Тут четвертый ранг у... Третий, кстати, уже у Рики, пока мы записывали. У Ятора стал. Вот, и... Ну, кроме Ятора здесь нету прошников. Вот, это вообще четырехсотый ранг. Самый большой, кроме Рикича. Возможно, ночью играл. Тут прям аверага маленькая. Как раз идеально, кстати, вот такого героя подобного пикнуть и пойти все... Всю мапу уничтожить. 63% винрей сейчас у Ятору. И больше всего игр на ЦК, Джиггернауте, Вивере. Войт, Сварк, Клинкс, Рики. Много героев тестит. Прям на имбе. Почти и не играет. То есть что у него там на уне? Два матча всего лишь. На Вайфстиллере тоже два матча. Дестов нет. Но, впрочем, это не проблема. За проказ уничтожил. Я не знал, что дэмэдж ультимейт идет в крит. Это получается и не дэмэдж ивент даже. Просто приплюсовывается к тычке. Как 30 скилл таска. Насколько насмешка у Рики мразотная? А зачем вообще Рики насмешка, если его не видно? Союзников раздражать? Смотри, камбэчный файт пошел. Так, Вопа убили с Триком. РПшка хорошая залетела. Ну, правда, Рикич пришел с Годлайком. За две тычки Сапика уничтожил. Везло, кстати, анимацию Глимера. Рубик на этот раз без блинка КВП. Но все равно запрятался. Кстати, капец тычки. Почти 25-й уже есть. 25-м тут минус 3 секунды перезарядки третьего скилла. КД 9 секунд, при том, что длительность еще 2 секунды. 370 хп, кстати. У героя с одним из худших приростов. С одним из худших приростов атрибутов. Ну-да. Уже, по-моему, только у Сларка, да? Ну, да, скорее всего, у Сларка.
Не помню, кого еще. Сварка там, да, совсем беда. По-моему, О, не помню, сколько. 1.4 вроде ловкость. Да, вот тоже, кажется, такая же цифра, говорю, я кроюсь 1.4. А это Рейлеза вот? Да. Илья Мулярчук, по-моему. Сейчас, может, затычку будет уничтожить этого Рубика. Через скрипа можно прыгнуть. Да ладно, с талантом 10-го нормально. Гемчик не дает выжить. Как, блин, они так легко сдались. Только жаришка началась и парилка. Бьем гадвайк. Мально нарезку устроил. Прикольно, прикольно бил. Только не знаю, блин, без тифузов как будто все равно тяжело, хотя непонятно. Ну, гоним по фарм инструмент. Аганим очень понравился. А сканды потом резко... Такая резня началась. Ну да. Может вместо манты брать диффуз? Если манта прям не обязательно в какой-нибудь игре. Так-то диффуз еще можно будет в будущем загрейдить, и потом тоже такой небольшой аналог манты. Но диффуза мне нравится больше, чем скади. Тоже, кстати, согласен, да. Даже не если сказать, бы диффузов не было грейта, я бы сказал, что без диффузов играть кайф. Чего он обиделся? Ребят, я АФК, можете убивать их. Может, байтит? Но нет, все-таки ушел. И там реально пошли убивать. Не дошли. Забавно, только я Тору попросил и сразу же пошел на мипанчики устраивать резню. Накупил баттерфлай, ну на бабочку уже не успеем, видимо, посмотреть. Жалько. Хотелось глянуть на дэмэдж. Под фонтаном вез на Магнусе. Сразу типнул мне Тора. Поблагодарил. Пошел искать кого-нибудь. Линкс на центре наступил. Какой-то конфликт произошел небольшой. Да вряд ли. На что-то обиделся. Или просто прикалывается. Мне кажется, веселится. Даже так игра быстро для патча закончилась. Ну да. Мы же привыкли к матчам по 40-45 минут. Реально просто стоит, ждет. Бедный. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо за лайки и мир вам.